не собралась. Давай, собирайся быстрее, мы уже все готовы. Ай, вечеринка, уже скоро. Я даже не выбрала себе костюм. В чем же пойти на эту вечеринку? Я должна быть лучше всех на ней. Да что же это такое? Может, одеть костюм русалки? Интересно, а как я буду в нем танцевать? Ай! Нет, костюм русалки не подходит. Очень неудобный. Ой, ну а если вот так? Кажется, слишком спортивно. Тоже не подходит для вечеринки. Что бы мне одеть? Попробуй платьишко. Так-так, ну вроде подходит. Но оно такое прозрачное, что под ним все видно. Нет, тоже не подходит. Эх, я же лол-единорожка. Значит, пойду в своем костюме в юбочке и в кофточке. Еще можно сережки одеть. Какой бардак. Лол-единорожка. Ой, мама, я собираюсь на вечеринку, меня девочки пригласили. А бардак я сейчас уберу, я просто не знала, в чем пойти. О, это как это на вечеринку? Лол, единорожка, я тебя не отпускала и не отпущу. У тебя сегодня много дел, а еще много уроков, никаких вечеринок. И немедленно прибери вот этот бардак. Как это нельзя на вечеринку, мам? Вот это да. И что это я тут собираюсь, готовлюсь, а мне нельзя на вечеринку. А я придумала, мама сейчас идет, а я быстренько схожу на вечеринку ненадолго и потом обратно домой прибегу. Да-да, лол, единорожка, именно поэтому, чтобы этого не произошло, я закрою тебя на замок. Да, мам, не надо на замок. А мама все слышала, что я хотела убежать. Я так хотела попасть на эту вечеринку. Единорожка! Ой, девочки за мной пришли! Ой, и правда. Девочки, я никуда не пойду. Меня мама не отпускает. И двери на замок закрыла. Единорожка! Да ладно тебе, не плачь. Мы сейчас с девочками что-нибудь придумаем. Без единорожки совсем не весело на вечеринке. Давайте что-нибудь придумаем. Как-нибудь ее оттуда достанем. Девочки, идите уже на вечеринку. Меня отсюда не достать. Здесь второй этаж и очень высоко. Пока-пока, девочки, удачно вам повеселиться. Ой-ой, единорожка там совсем расстроилась. Девочки, нас же много. А что, если мы встанем друг на друга и как раз достанем до второго этажа? Ух, девочки, получается. Я следующая. Единорожка, ну ты где? Мы уже все здесь. Давай, вставай на меня и спускайся вниз. Ого, девочки, ой, как страшно. Единорожка, решайся быстрее, мы долго так не простоим. Девочки, я внизу, спускайтесь. Ура, ура, единорожки. Девочки, большущие вам спасибо, огромнейшие. Пойдемте быстрее на вечеринку, ведь не скоро идти обратно. А как же я обратно-то залезу? О-о, девочки, а вы мне поможете попасть обратно домой? Единорожка, ты знаешь, я подумала, если ты приберешь этот бардак, то ты могла бы сходить на вечеринку. Единорожка, ты где? О, единорожка, немедленно домой, это ты что, в окно что ли вылезла? А я хотела отпустить тебя на вечеринку. Немедленно домой. О-о, ну что, девочки, не получилось. Нужно было спрашивать у мамы, а не лезть в окно. На вечеринку я все равно не попаду. Отдохните там без меня. А я пойду извиняться перед мамой. Может, через месяцок-другой теперь она меня на вечеринку и отпустит. Пока-пока, девочки. Мам, извини, я иду. Сейчас все объясню. Наверное. Ну что, ребята, вот такая история. Пока-пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Даринелка Игрушки и смотрите новые мультики. Пока-пока. И не сбегайте из дома. Мама все равно все узнает. Вон, как у меня. Я даже в окно вылезла. А тут мама пришла. Такая хорошая, хотела меня отпустить. А теперь ни за что не отпустит. Пойду прибирать в комнате. Девочки, скиньте мне потом фотографии с праздника. Я посмотрю, как вы там веселитесь.